Друзья, всем привет. В общем, смотрите, я что-то очень захотел молочка. Пошел в магазин, купил себе молочка. Вот такое вот молоко. Я его охладил в холодильнике. Вот. Я очень люблю холодное молоко, обожаю. Я не люблю, когда молоко комнатной температуры. Я обожаю именно холодное молоко из холодильника. Вот. И я буду пить молоко и кушать батон. Мне именно так очень нравится. Вот такой батон. Так, ну что, откроем бутылочку, друзья, да? Давайте нальем. Так. Так, друзья. Ну что, давайте, приятного аппетита. Давайте. Давайте будем пить молочко. Молочко. Классное, холодненькое. Я вообще с детства люблю молоко, но всегда любил холодное, даже когда я ездил к тете. У нее была своя корова, ну и, естественно, свое домашнее молоко, да. И я сначала ее просил, чтобы она ставила это молоко в холодильник, а потом холодное его пил. Я люблю именно только холодное молоко. Очень вкусно. Отличное молоко, очень вкусное. Вообще, как говорится, по кайфу, очень классное. Вот. По пятибалльной шкале на пятерочку. Мне нравится. В общем, друзья, спасибо вам огромное за то, что посмотрели это видео до конца. Вот, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ну, и хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. Пусть все ваши мечты сбываются. И пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья. Всем счастливо. Всем пока. И до скорой встречи. Увидимся.